И еще. Слова, не ведущие к результату, это просто... Ты поешь свое счастье, Максим! Да, понял. Здравствуй, дорогой, как семья, как Сахара. А этот кто с тобой? Олег. Тоже поковать-то. Очередной финансовый магнат. Костюм даже кузница не снимает. Или это спецовка? Лишний фартук есть? Лишнего? Нет. Но свободный идет. Максим, ты займись пока Олегом, а я со своей сам разберусь. Где там моя заготовочка? А инструмент всегда должен быть под рукой, наготове. Так что бери слово. Знаешь главную заповедь кузнеца? Куй железо, пока горячо. Это вторая. А первое, в нашем деле главное не вспотеть. Это как? Хорошо разогретое железо не требует больших усилий. Главное, точно и быстро. А те, кто раньше лупил по холодному железу, издревле с пренебрежением называли холодный кузнец. Понятно. Точность, усилие и скорость, вот что важно. Утро нового свет, ветра теплого вздох, сквозь окна моего раскрытую даль. Пепел прожитых лет, боль несказанных слов, заберет пусть к себе былая печаль. Я как будто родился, проснувшись от сна.
где судьбой моей правит кто-то другой. Над израненным миром восходит весна. Я снова живой. Поверив, как в детстве, что я все могу, растолкав гору страхов и придуманных благ, я в восторге дыхание на миг задержу, чтобы сделать к мечте первый шаг, чтобы сделать к себе первый шаг. Чувствовав поступь и радость мыт, сердце жадно подхватит, расплескавшись в груди. А так пусть все будет, как мы захотим. Куда и пойдем, все у нас впереди. Я как будто родился, проснувшись от сна. Вот она. Где судьбой моей правит кто-то другой. Над израненным миром я снова живой. Мама. Видишь, как говорят? Кто освоил кузнечное мастерство, тот овладел силой шести стихий. Почему шести? Металл и огонь. А что это? Земля. Чем не поверю, как в детстве. Дерево. Я все могу. С которого образуется. Растолкав гору страхов. Угоняет кузнечный. И придумал благ. Это который ты охлаждал свой подсказку. Я в восторге дыхание на миг задержу. Слушать ее может каждый. Но понять. Чтобы сделать к мечте первый шаг. Чтобы сделать к себе. Первый шаг.